Всем привет на моем канале. Сегодня у нас будет рубрика «Резьба по дереву». Я хотел вам показать несколько уроков, ну и мои работы по резьбе по дереву. Итак, вот, значит, у нас имеется вот такая книга «Резьба по дереву». Как-то давно я занимался этим, но сейчас много работы и забросил. Решил вам показать несколько своих работ и тактику работы с деревом. Так, вот у меня есть такая книга. Да. Я покупал ее давно еще в училище. Сам я отучился 3 года на красного деревщика. Так и не работал по профессии. Чисто вырезал для себя и для друзей. Значит, вот наша книга. Тут полное описание про дерево, про деревья, свойства деревьев, резьба по дереву, рельефная, геометрическая, разные поделки. В общем, все. Вот тут ножи, напильники, стамески, всякие инструменты для работы. Такая вот книга. Тут вот резные табуретки, резные ставни. Так. Что же нам... вот хотел вам показать моя давнишняя работа еще. Я делал в училище ее. У меня их было 2 штуки. Значит, они висели на таком... как подвески, тоже резьбой. Тоже потерялась, не мог найти. Вот только одна доска сохранилась. Значит, листья, желуди. Тут пройдено фрезой. Материал липа. Вот такая вот доска декоративная. Нужно повесить на стену. На кухне будет красиво. Так, вот еще одна работа. Значит, это конь. На таком кусочке дерева липового. Покрыт лаком. Морилкой. А здесь, кстати, покрыт только морилкой и зашлифована шкуркой. Также есть вот недоделанный мокрыш. Я его делал, не доделал. Также есть такой вот аист или лебедь. Тоже сделал из кусочка дерева. Обработан бесцветным лаком. Стоит вот на полке. Итак, давайте посмотрим, что у меня есть в моем ящике. Тут не все мои работы. Основные я их раздавал друзьям. Там много работ. Я если найду, вам покажу. Вот есть резак у меня крупной резьбы с такой ручкой в чехле. Так, вот я делал наброски. Как вырезать, а потом уже переводил на дерево. Итак, вот наш набор, который я сделал.
это такая шкатулка. Грубая, конечно, но пойдет. Инструментов тоже обработал морилкой и лаком. Давайте посмотрим, что у нас внутри. Ну, это не все резаки, остальные резаки у меня в гараже, это так, основные. Вот, значит, наши стамески для резьбы по дереву. Вот такая вот плоская, маленькая, полукруглая. Такая вот стамеска. Значит, вот такая есть. Ромбовая вот такая вот стамесочка. Еще одна. Они очень острые, заточены. Так что, когда работаете с таким острым инструментом, надо соблюдать технику безопасности, работать не на себя, а от себя. Так, что у нас еще? Вот такой вот резак, стамесочка полукруглая. Такая вот стамеска. Так, сколько их в наборе? Ну, это для мелкой работы. Для крупной есть полукруглые, они в гараже крупные стамески для крупных работ. Ну, такой самодельный ножик уж. Ну, это для геометрической резьбы. Вот такой вот. Такой ножик для этой резьбы. Он уже потесанный временем. Отлично режет. Кстати, он самодельный. Я его сделал из дерева. Металл из старой фрезы вырезан, отполирован, острый как лезвие. Такой вот ножик. Кстати, зря под лаком, он в руке потеешь и скользит, когда вырезаешь. Вот, значит, основной мой инструмент для резьбы. Да, вот сегодня ходил в гараж, принес липы. Вот такая вот тяжелый брусок, не стал его полностью стругать. Здесь я буду резьбу делать, а здесь уж панно. Ну, какой-нибудь рисунок. Здесь у меня будет рельефная резьба. Дощечка. Итак, ребят, спасибо за просмотр. В следующем видео я вам покажу первый набросок рисунка на нашей на нашу заготовку. Подберем рисунок, ну и будем вырезать. А это видео было как вступление. Ну, всем спасибо за просмотр, спасибо. Подписывайтесь, ставьте лайки, ждите новых видео.